действительности глаза не светятся, а лишь отражают свет, попавший в них. Поэтому заметить это явление в темноте невозможно. Это происходит за счет особого слоя на сетчатке, который называется тапетум. Его наличие обуславливает эффект свечения глаз у многих животных. Цвет свечения зависит от конкретного пигмента, который содержится в тапетуме. Глаза у кошек и собак чаще всего отсвечивают зеленым или желтым оттенком, но у животных с недостатком пигмента в шерсти вы можете заметить красный оттенок.